Всех приветствую. Сейчас буду делать на вот этой стене. Это стена лист гипсокартона. Один раз пошпаклеван финишной шпаклевкой и погрунтован обычной грунтовкой. Буду делать трафаретную декоративку. Вот такой вот есть рисунок типа кожи крокодила. Соты вот такие вот большие и соты маленькие. С сотами проблем не будет, так как они стыкуются, когда нанесу. Потом здесь заведу еще раз. И следующий пойдет лист. С этими точно так же. Это, кстати, из оргстекла сделан. Оргстекло, скорее всего, двойка. Это сделано из ПВХ-шки. То есть очень никаких проблем. Предоставил это Антон ДФА. Антоха, спасибо тебе за классные трафареты. Сейчас буду пробовать их делать. Ну и как получится, можете тоже оценить, посмотреть. Так. С кожей, с крокодильей кожей тут вопрос чуть-чуть посложнее. Хотя нет. Вот рисунок. Вот вырезан. Да? С этой стороны повторяется. То есть стык тоже будет нормальный. Точно так же с этой стороны. Так. Ищем. Вот, например, вот эта вот штучка, да? Начну с самого сложного, из кожи крокодила. План действий. Начинаю сверху. Прикладываю. Наношу шпаклевку. Полностью на трафарет. Ну, может быть, до края не буду доходить. Отсюда сверху начну. Где-то вот так вот остановлюсь. И потом уже буду стыковать низ. То есть вот здесь вот стыкану. И потом вот эти вот здесь буду стыковать. Белой стене, что нанес, что нет. Конечно, это надо. Итак, начинаем. У меня лист гипсокартона, напоминаю. И я буду идти по верхней стороне. Ну что ж, пробуем снимать. Ах, снял криво. Полоса пошла, но этот момент нужно учитывать. Итак, секунд. Вот этот вот рисунок. Повторяется. Отлично. Отлично. Все, супер. Итак, аккуратненько сходим. Здесь вот я чуть-чуть зашел на старую, на старый слой, но это надо в следующий раз учитывать. И намазывать аж до конца. Тогда, получается, будет больше возможностей поднять вверх и стыкануть рисунок. Аккуратненько снимаем. Ну. Вот здесь вот чуть-чуть видно. Ну, это потом подсохнет, я ножичком подточу. Так, сейчас сводим вот этот рисунок. Еще вот он, вот этот вот. Сведу с вот этим. А, нет, с вот этим. Вот, вот этот вот. Пробуем. Так. Да, вот он. Вижу.
Смотрим. Ага. Отлично. Сейчас прямо отсюда придавливаю и идем дальше. Здесь, как говорил, наношу аж под самый край практически, чтобы потом было больше возможности поднять вверх и стыкануть. Аккуратненько снимаем. Угу. Супер. Итак, сейчас сводим вот этот вот угол. Сводим вот этот угол. Здесь возможность сложнее, потому что нужно перевывести вот эту линию и вот эту. Сразу нужно найти. Вот он. Так, горизонт есть. Вертикаль тоже есть. Потельком прижимаем к этому. Вот так интересно получается. Поближе. Так вот интересно. Вот здесь вот момент ножичком я подрежу. А так, в принципе, вот здесь вот тоже нужно будет наждачечкой чуть-чуть, вообще чуть-чуть за усенцы пройтись, перетереть. И в целом вот так вот. Интересно смотрится. Соты малые. Да, как раз.
соты большие. Пленочку защитную с двух сторон пока не буду снимать. Пусть пока будет. Получается, для больших сот нужен по ширине больше шпатель, чтобы на сдир сдирать поклевку. Конечно, большие соты лучше делать из финишной шпаклевки. Потому что могут быть разводы. Вот тут, например, развод. Остаются места от шпателя. Да вот здесь, вот, например, чуть-чуть не добивается. Но это наждачка все передрется. И я думаю, что будет хорошо. Прикольно. Так. Ну, как ожидается, стыковка хорошая. Вот большие соты и малые. Здесь вот когда снимал, откололся чуть-чуть. Ну это ничего страшного, это добавим здесь потом шпаклевочки, как высохнет. В целом неплохо. Конечно, надо будет наждачкой это все проходить. С большими сотами вопросы. Вот, то есть у них слой побольше. Вроде побольше слой, расход больше. И вопрос, что нужен больше площадь. То есть длина шпателя должна быть больше. С малыми сотами вопросов нет. Отлично все стыкуется. Ну, конечно, все нужно будет проходить наждачкой. И кожа крокодила тоже наждачка. Вот так вот получается. Вот если брать целиком, сейчас покажу. Вот лист гипсокартона. И на нем три варианта. Вот такие вот трафареты. Антон ДФА. В описании ссылка. Заходите, заказывайте. Итак, шпаклевочка высохла. Все хорошо. Сейчас будем затирать наждачки. Затру наждачкой и погрунтую. Наждачкой слегка.
вот так вот. Сейчас затру соты большие и маленькие. Потом кисточкой все посметаю. И этой же кисточкой погрунтую грунтовкой глубоко проникаю.